А вот и я. Господин Тонер. Вот и я. Где же вы? Где же вы, сэр? Куда вы спрятались, сэр? Нехорошо, нехорошо, господин Тонер. Мыши бегают по подвалу, а здоровый, сильный, не пьющий кот спокойно спит в кресле. Что с вами, сэр? Или вы стали вегетарианцем? Сейчас проверим. Посмотрим, как вы отнесетесь к этому кусочку печени. Сразу замурлыкали, сэр. Значит, вы не вегетарианец, а обыкновенный лентяй. Эти мясники совсем сошли с ума. Выбрасывают такие куски на помойку. Он почти свежий. Нет-нет, господин Тонер, если вы будете не здесь, а, как всегда, на кухне, прям с газетки съедите, что у нас сегодня? Геральд Трибьюн. Поздравляю, сэр. Будете читать свежую газету, есть почти свежий продукт. Памела! Памела, где вы? По-моему, здесь никого нет. Абсолютно никого. Здесь невозможно жить. А они живут. Они? Ну, я имею в виду Памела и ее кот. Странно. Всегда полагал, что коты брезгливы. Памела! Памела, эй! Есть здесь кто? Тележка на месте. Она должна быть здесь. Свежая кровь. Что? Ничего. Просто я хочу сказать, что на этом столе недавно кого-то зарезали. Господи, боже мой. У меня гости. Какой сюрприз. Сейчас я даже угадаю, кто вы. Здравствуйте, Памела, я Глория. Не подсказывайте, я сама вспомню. Зрение у меня не к черту, но память великолепная. Я вас вспомнила. Вы... Глория. Говорите громче, по-моему, у нее со слухом не важно. Зато память отличная, сэр. Я Глория Гулок, миссис. Ну, конечно, я вас вспомнила. Вы та девушка, которая вчера познакомилась... Со мной расспрашивала про бутылки, которые я собираю. Совершенно верно. И зовут вас Барбара. Нет, меня зовут Глория. Разве? А вы ничего не путаете, милочка? Уверяю вас, Памела. Но это же ведь вы вчера познакомились со мной, разговорились и расспрашивали про вагоны французских бутылок. Я, миссис... Ну, вот видите, память у меня снова будет великолепная. Рада вас видеть, Барбара. Глория. Не спорьтесь, не Глория, мы не за этим пришли. Познакомьтесь, миссис Кронки, мой друг Брэд Биннер. Рад знакомству, миссис Кронки. Извините, сэр, я резала печень. О, неужели? Чью? Шутник. У вас замечательное чувство юмора. Вам повезло, Барбара. Красивый мужчина, да еще чувством юмора, это находка. Рада вас видеть, сэр.
Друзья Барбары, мои друзья. Брэд главный химик в нашей фирме. А до этого он был самым главным химиком над всеми колледжами. А до этого он был совсем главный спец над всеми химиками и парфюмерами. В общем, парень, что надо. Помолчите, Барбара. Не выношу комплиментов. Хочу слышать о себе хорошие слова только на собственных похоронах. Ну, Борис, обожаю остроумных мужчин. Хотите чаю? Нет, миссис Кронки, мы к вам пришли по делу. Да, миссис Кронки, нас интересуют флакончики из-под французских духов. Что творится в мире? Все куда-то несутся, как ошпаренные. И все по делу. Почему бы нам не выпить прекраснейшего китайского чаю? Вы уверены, что это китайский чай? Разумеется, сэр. Я же подобрала его возле китайского ресторана. Фирма гарантирует вам покрепче? Покрепче. Уважаю слабость только в женщинах. Обожаю здоровый мужчин. Хорошо, что вы не мой муж, сэр. А то я бы умерла от смеха. Я бы долго не протянула. Вы уверены, что это чай? Господи, боже мой. А что же еще? Странный запах. Не привередничайте, Барбара. Прекрасный спитой чай. И действительно пахнет чем-то китайским. Сахар есть? Разумеется, сэр. Детка, там в бочке большая банка с надписью «Табак Амфора». Стало плохо видеть, сэр. Не отличу соль от сахара, и потому все кладу в банки с яркими наклейками. Сахар у меня в банке из-под табака, соль в коробке из-под нафталина. Оригинально. Очки завести не пробовали? Второй год ношу, но мне нужно плюс 3, такие не попадались. Минусовые попадались. Вы уверены, что это сахар? Разумеется. Я же насыпала его в банку из-под табака. Это табак? Черт подери. Нужно либо лечить глаза, либо как-то удлинять руки. Ну, не могу прочитать. По-моему, это все-таки сахар. Впрочем, сейчас продукты добавляют столько химии, что ничего не поймешь. Позвольте-ка, лучше я сам попробую. Только не этой ложкой, сэр. Я эту сослепу использовал вместо рожка для обуви. Сыпьте лучше прямо из банки. Сейчас. Не надо стучать! Это легкие. Давно? Лет 5. Веденькие, похожи на чахотку. Сейчас. У меня где-то была одна штуковина. Кашель как рукой снимает. Что здесь написано, деточка? Пятновыводитель. Да. Это оно. Глотните. Нет, спасибо. Да не бойтесь, это не пятновыводитель. Я пробовала, ничего не выводит. Но кашель прекрасно лечит. Миссис Кронки, я прошу вас, не угощайте нас больше ничем. И помолчите хоть минутку. Мы к вам пришли по делу. Да, миссис Кронки, сядьте и послушайте. Как я вам уже начала говорить, мистер Брэд главный химик в нашей фирме, а его подельник Сол Басо. Позвольте-ка лучше я сам, деточка. Миссис Кронки, мы представители одной из крупнейших фирм по выпуску французских духов. Шанель, Майгрид. Мои любимые, это вы производите. Нет, мы реализуем. Барбара хочет сказать, что продукцию самых модных фирм Парижа мы расфасовываем по бутылочкам. И, естественно, закрываем пробочками. Вы поняли? Это очень сложный и очень тонкий химический процесс. И очень дорогой. Но в последнее время наше производство вдруг стало... Почему? Кончилась посуда. Барбара хочет сказать флакон. Понимаете, миссис Кронки, Париж направил нам с самолетом целую партию новых флаконов, но она застряла где-то там по пути. Из-за нелетной погоды. И вот наша фирма приняла решение развивать старую продукцию... Вернее, потом новую продукцию, старые флаконы. Вы же сказали, на свалках полно бывает. Да, мне попадались Майгрид и Ланкон. Годится. Я всегда подбираю такие флакончики. Знаете, если пустую бутылочку пожать, то из нее можно выдавить еще капельку. Да? Не замечал. Во всяком случае, с алкогольными этого не происходит. Так вот, миссис Кронки, я вам... Предлагаю объединить бизнес. Вы нам отдаете все свои старые флаконы, которые нашли на свалках, а мы
Мы, в свою очередь, возвращаем вам новые, когда наш самолет прибудет из Парижа. Зачем мне новые флаконы? Вы потом продадите их нам же, когда у нас закончатся старые. Это шутка. По-моему, смешная. Парадокс! Ну, юморист. Ну, комик. Барбара, он мог бы вполне вести телевизионную школу. Все глаголы, которые у меня имеются, ваши. Детка, там в бочке большая банка с надписью «Ацетон». В ней варенье к чаю. Милая старушка, верно? Прелесть. Но на будущее, мисс Гулак, прошу заметить, когда выдаешь себя за представителя крупной фирмы, не стоит называть меня спецом над химиками, а мистера Солобазо подельником. Подельник – это коллега по тюремной камере. В солидной фирме – это компаньон. Иди ты к черту! Будет еще меня учить. Я нашла старуху, которая задарма отдает флаконы. Его задарма поет чаем, а он... Барбара! Что случилось, мисс Кронки? Что? А, хорошо. Ей темно. Спустись и посвети фонарем. Вы с ума сошли, деточка? Я крупный химик. Вот дерьмо. Поаккуратней с выражениями, Барбара. С вами нельзя иметь дело! Что случилось? Нас накрыли! Нас ищут! Эта дура продала банку духов жене полицейского! Зачем? Не знаю! Наверное, она не знала, что это жена полицейского! Конечно! Та была без формы! Но я же предупреждал! Продаем только проверенным людям! И с запечатанной пробкой! Чтобы пока клиент откроет, ты сумел слинять! Сволочи! Они пришли за мной, когда я принимал душ! Где-то ты принимал душ? У приятеля. Он пустил меня помыться. Я же целую неделю не мылся. От меня так несло нашим ланкомом, что люди шарахались. Как вот, и вот. Только я стал под душ, намылился. И привет! Валивает целая рава легавых. Да, неприятно, неприятно. Представляешь картину, сволочи? Я голый, как младенец, и эти. Я еще пытался пошутить. Перед вами говорю, чистый человек. Напрасно. Они не понимают такого юмора. Козлы! На меня 10 раз надевали наручники, но чтоб на голову впервые. Как ты выпутался? Слинял. В натуре. Я же был в мыле. Выскочил на балкон, по лестнице вниз и побежал. По улице? Нет, по воздуху. Что ты ржешь? Правильно. Ты не имеешь права, понял? Я старый больной человек, бегаю по улице, что мать родила, а он смеется. Это ты, твоя подошкуха, сорвали примерное дело. Мы могли на этих духах заработать тысячи. Успокойся. Ну нельзя же все время выдавать подкрашенную мочу за крыльные духи. Рано или поздно найдется специалист, который поймет разницу. Сол, успокойся. У тебя светлая голова. Ты обязательно придумаешь для нас какое-нибудь настоящее дело. Поинтересней этого. Лет на 15. Что? Ничего. Просто за работу в парфюмерной фирме нам бы дали года по 3, не больше. Мелкая работа. Где эта идиотка? Подбирает флаконы. На кой черт они нам теперь сдались? Нам нужно смываться с города, нас ищут. Ну, здесь-то вряд ли найдут.
Это развалина на окраине города. Пока полиция сюда доберется, пройдут годы. А кто здесь живет? Это какая-то старушка. Божий одуванчик. Она нас не выдаст? Нет, по-моему, она добрая. И к тому же она считает, что мы солидная фирма. А как ты внушил ей доверие? У нее слабое зрение. Ладно. Зови их. Миссис Кронки! Выходите сюда! Самолет из Парижа уже прибыл. И нам не нужны больше флаконы. Барбара! Кто это еще? Это наша Глория. Старушка зовет ее Барбарой. Почему? Ей так приятнее. Она что, чокнутая? Ну, разумеется. Как и все нормальные люди. Познакомьтесь, миссис Кронки. Сол Базон, глава нашей фирмы. Папаша Сол, как мы любим его называть. Это мы. Я имею в виду мы, компаньоны. Помолчите, Барбара, с вами у меня будет разговор особый. Рад случаю познакомиться с вами, очаровательная миссис Кронки. Я столько наслышан о вас. От кого, мистер Базон? От ваших друзей. Они говорят, что вы добрейшее существо на земле. Они мне льстят. Я только-только сама с ними познакомилась. Но если вы хотите узнать обо мне поподробнее, спросите у местного полицейского Джо Янки. Он вам даст полную характеристику. Зачем мне какой-то легавый? Я вижу ваше лицо, и мне этого достаточно. Такое лицо – лучшая рекомендация. Вы помните, что говорил Шопенгауэр? Разумеется, сэр, но не все. О! Шопенгауэр говорил, лицо человека говорит больше, нежели его уста. Его уста говорят только мысль человека. А лицо мысль природы. Вот айота. Помолчите, вы это не первый раз слышите. Как изящно вы сказали, мистер Базон. У вас, Барбара, замечательные друзья. Один остроумный, другой галантный и эрудированный. Господи. Как я люблю таких людей. Друзья мои, примите меня к себе в компанию. Мне не надо платить. Только иногда приходите ко мне, будем пить чай, разговаривать. Вы знаете, мне здесь бывает очень одиноко. Сюда никто не приходит. Совсем никто? Почти никто. Учтите, миссис Кронки, сюда это очень важно. Сюда никто не приходит или почти никто не приходит? Только господин Тоннер. Кто этот джентльмен? Кот. Он очень умный кот, но молчаливый. Прекрасно! Отличное место! Нам здесь нравится, верно, друзья? Шикарная хаза! Барбара, вы обладаете поразительной способностью говорить не то и не вовремя. Если в следующий раз вам выдастся случай помолчать, не упускайте его. Сам молчи, дерьмо! У нынешней молодежи странная манера скрывать чувства под налетом грубости. Это они так воркуют, наши голубки. А грубые слова говорят для того, чтобы дура, сделать друг друга. Недоносок. Я сам, когда начал работать в этой фирме, стал грубить. Чему? Дабы не выглядеть архаичным. Честное слово, честное слово. Ну вы, придурки, заткните пасти! Как изысканно, боже мой! Друзья мои, примите меня к себе в компанию. Пожалуйста. На! Сукин ты сын! Это вы меня? Да. Мне тоже нравится этот лексикон. Нет, абсолютно верно. Мистер Солбазо еще обожает, когда его называют мерзавцем.
или полулысым недоносом. Ну все, на время жаргон отменяем. Переходим к делу. Миссис Кронки, я внимательно смотрел ваш дом, и мне кажется, он прекрасно подходит для филиала нашей фирмы. Это развалина? Да. Но это так далеко от центра. О, нам нужно уединение, нужно собраться с мыслями, обдумать какие-то новые решения. Короче говоря, если бы вы согласились, то мы втроем сняли бы у вас одну из комнат. Я думаю, у них, моих коллег, точно такое же мнение. Я согласен. Что это вы вдруг надумали? Помолчи. Барбара не возражает. Господа, вы оказываете мне и моему дому большую честь. Такая фирма, такие люди, но я не могу вас пустить сюда. Мы заплатим. Разумеется, Сол будет платить. Платить за эти развалины? Здесь нет воды, постоянно отключают электричество, канализация не работает. Не имеет значения, даже интересно пожить некоторое время в спартанских условиях. Нет, нет, господа, я не могу вас пустить сюда, поскольку это опасно для жизни. Дом находится в аварийном состоянии. Здесь все еле держится, смотрите. Каждую секунду может рухнуть пол, потолок или лестница. Я уже мысленно смирилась с тем, что меня рано или поздно здесь засыплят, но рисковать жизнями таких людей никогда. Действительно, это сейчас может рухнуть. Куда ты нас привела, кретинка? Трепел! Закрой хлеборезку. Это звучит как и никогда не научиться так ругаться. Господа, давайте пить чай. Нет, мы действительно пойдем. Здесь действительно небезопасно оставаться. Вот, по-моему, трещина увеличилась. Где? Вот. Ах, вот это. Впрочем, надо будет починить. Но сейчас рухнуть не должно. Почему вы живете здесь, Памела? Куда мне деваться, детка? Здесь я живу бесплатно, к тому же это мой дом. Да, друзья мои, когда-то это был шикарный особняк в викторианском стиле. Здесь жила моя родня. Так что просто Кронки не просто фамилия, а почти целая династия. Но, как видите, всему приходит конец. Рассыпался дом, а вместе с ним уходит род Кронки. Скоро какая-то гнилая балка навсегда покончит с родом Кронки. Вы так спокойно об этом говорите, миссис Кронки. А что делать, мистер Базов? Надо ко всему относиться философски. Помните, что сказал любимый Шопенгауэр? Смерть страшна только со стороны близких людей. Для себя смерти нет. Как родился бессмертным, так и уйдешь. Да, неприятная тема. Неприятная. Я сожалею только об одном, что моя смерть никому не принесет пользы. Я ведь даже не застраховала свою жизнь от несчастного случая. Почему? Можно застраховаться 1030. Даже на 50! Для чего? У меня нет родных, близких тоже. Стоит ли подписывать страховку, если потом некому будет получать вознаграждение? Глупо. Что-то мне захотелось чай. Мне тоже. И у меня пересохло во рту. Замечательно. Сейчас я угощу вас прекраснейшим индийским чаем. Я его высушила на солнце, проветрила. Вы получите истинное наслаждение. Басаме! Осторожно, ради бога, миссис Кронки. Спокойнее, спокойнее. Глория, подойди-ка ко мне. Зачем? Я отвернусь.
Не могу видеть насилие. Глория, когда я примчался сюда, я был в бешенстве. Я готов был отвесить тебе оплеуху, но теперь я счастлив и поцелую тебя. Тьфу! Лучше бы дал по морде. Ты принесла нам большое дело. Ты принесла нам удачу. Друзья мои, такое бывает раз в жизни. Милые мои, мы выходим на большую дорогу. Он что, чокнулся? Вряд ли. Сходят с ума от переизбытка мозгов. У нашего соло их, как видно, недостаточно. Перестань танцевать, черт бы тебя побрал. Ты Фред Астер, объясни, что придумал. Объяснить? Глупо. Если в ваших мозгах не включился счетчик, когда эта старуха болтала о страховке, тогда ничего не объяснишь. Страхов могут получить только родственники. Или компаньоны. Мы принимаем по моему компаньону свою фирму, оформляем необходимые документы. А когда происходит несчастный случай, страховку получает фирма. Гениально! Глория, деточка моя, раздели-ка 50 тысяч на 3. Не делится. Идиоты, что бы вы без меня делали? Ладно, делю. Вам по 16 тысяч, мне 18. Надбавка за эрудицию, за возраст, за знания. Это я вспомнил Шопенгауэра и расположил к нам эту милую старушку. Тогда мне 17, а Брэду 15. Я первая с ней познакомилась, я ей понравилась. И терплю, что эта маразматичка называет меня Барбарой. Мне смешно. Я не хохочу, потому что это грех. Смеяться над дураками. Старушка живет здесь десятки лет без несчастного случая. И проживет столько же. Надо устроить несчастный случай. Подпилить лестницу, расшатать балку. Что ты несешь, Глория? Ты же католичка. В конце концов, можно подтолкнуть старушку в подвал. Ну нет, компаньоны. Не впутывайте меня в мокрое дело. Я не убиваю старушек. У меня другая квалификация. Никто не убивает старушек. Старушек убивает время. Мы просто поможем несчастной женщине. Очень галантно, Соул. Это противоречит моим принципам. Я согласен сидеть в тюрьме, но не на электрическом стуле. Прощайте. Ты хочешь нас бросить? Я помогаю поделить вам 50 тысяч поровну. Трус! Любишь слепаться в настоящем деле, а когда оно подвернулось, кусты. Любые дела, кроме мокрых, Соул. Прощай, Глория. Извини, что не соответствую твоему идеалу мужчины. Брэд! Мне очень нужны деньги. Я хочу уехать отсюда, хочу начать новую жизнь, честную. Все это расскажешь потом адвокату! Подонок! Зачем ты привез меня в этот город? Извини, просто я считал тебя самой честной из всех уличных женщин, которых встречал. Только давай без проповеди, или ты решился делать со священником? Ты много сделал для меня, Сол. Спасибо тебе. А ты меня бросаешь в трудную минуту. Вот она благодарность. Ты много сделал для меня, Сол. Но на тот свет я бы хотел уйти своим путем. Прощайте, мокрушники. Дерьмо! Подонок! Что я вам сказать на это? Ублюдки с куриными мозгами. Как вы хорошо смотритесь отсюда. Папаша и двое детей. Так оно и есть. Миссис Кронки. Не хватает только мамочки. Мамочка принесла чай. Сейчас мы все будем пить прекраснейший индийский чай. Я прошу прощения, но я вынужден уйти. Прибывает самолет из Парижа. Останься, Брэд. Не могу, Глория. Самолет приземлится без тебя? Да. Но взлететь мне хотелось бы вместе. Как жаль, что он ушел. Он вернется, миссис Кронки. Я думаю, он непременно вернется. Эту лестницу надо починить. На нее опасно ступать. Спасибо, Сол. Спасибо, Глория. Как приятно ощущать заботу друзей. Миссис Кронки! От имени фирмы!
делаю вам предложение. Будьте нашим компаньоном. Вы, нам нужен такой человек. Но у меня нет никаких средств, мистер Базы. О, у вас есть добрая душа, это главное. Что нужно в нашем деле? Мы решили взять вас в компаньоны, Памела, и готовы снять у вас какую-нибудь комнату. Даже за деньги. Черт, где же мои деньги? Это дело прибыльное, оно всем нам принесет со временем капиталец. Вот вам аванс. Остальное после оформления необходимых документов. Страховки и прочих формальностей. Нет. Я не возьму. Вы берете меня в дело, соглашаетесь жить в этой развалине, еще деньги нет ни за что. Возьмите, миссис Кронки. Это честные деньги, они принесут вам удачу. Спасибо, Сол. Спасибо, Глория. Вы замечательные люди. И вы, Сол, и вы, Глория, и ваш Брэд, и ваша фирма, которая приносит людям радость. Все, что я возьму у вас на 50 флакон духов. Барбара, выберите что-нибудь на ваш вкус. Не стоит, миссис Кронки. Купите лучше в обычном магазине. Нет. Я хочу вас. Я так давно не наслаждалась ароматом настоящих французских духов. Мои любимые. И такой огромный флакон за 50. О, ваша фирма великодушия. Да, да, миссис Кронки, мы порой терпим убытки, но главное для нас доставить радость клиенту. Только не надо открывать сейчас, как-нибудь потом, в следующий раз. Не лишайте меня в удовольствие. Я, как ребенок, люблю попробовать все сразу. Какая прелесть! Я не испытывала аромат настоящих французских духов много-много лет. С тех пор, как погиб мой муж. Только он мне делал такие дорогие подарки. О, какое чудо! Это надо отпраздновать. У меня где-то была припрятана наливка, настоящая домашняя наливка. Сейчас все сорвется. Но с ее обонянием можно было и на шитырный спирт подсунуть. Помолчи, Сол. Я отдала ей свои собственные духи. О, деточка, это благородно. Ты жертвуешь собой ради фирмы. А ты за это воруешь у меня деньги. Я уже давно заметила, что кто-то залезает в мою сумку эту 50. Я пометила. Клянусь, тут ни при чем. Я ее вытащил из куртки Брэда. Это он тебя ограбил. Подонки. Мерзавцы, с кем я связалась? Чай базар. Если кто испер твою 50, то она вернулась целая и невредимая. Лишнее доказательство разумности природы. Что здесь написано, детка? Крысиный яд. Да, это она, наливка из вишневых косточек по рецепту моей бабушки. Сейчас выпьем все. Может быть, не стоит? Нет, пить будем все.
Друзья мои, я хочу произнести тост. Честно говоря, я давно не имела такой возможности. И иногда прикладывалась к этой бутылочке. Но вино, которое пьют в одиночестве, горькое вино, потому я держу его в такой посудине. А сегодня в моем доме праздник. У меня появились друзья, настоящие добрые люди. Я счастлива. Пусть Бог поможет осуществиться всем вашим надеждам и благословит вас на все. Пациентка! Пациентка! Вы где? Миссис Кронки! Мисс... А, это вы, доктор? Я вас давно жду. Я вас тоже. Хотите чаю? Китайского? Спасибо, я чай не пью, у меня от чая аллергия. Не может быть! Вы знаете, у меня есть прекраснейшая штуковина от аллергии. Миссис Кронки! Мне сообщили, что вы хотели бы застраховаться на 50 тысяч. Так вот, сразу вам скажу, у вас этот номер не пройдет. Почему? Вы слишком пожилая женщина. Доктор, вы такой симпатичный. Но почему вы хотите казаться неучтивым? У вас болит шея. Сколько вам лет? Не знаю. По-моему, 50. Вы что, действительно не знаете, сколько вам? Доктор, если бы вы согласились, я бы избавилась от боли в одну секунду. Когда вы родились? Не знаю, по-моему, в сочельник. Это не число. Пожалуй, но так легче запоминать. Каждый раз, когда начинают коледовать, я думаю, что постарела на один год. У вас есть какие-нибудь документы, указывающие год рождения? Есть. Справка из полиции. Там работает мой друг, сержант Джо Янки. По этой справке мне 27 лет, но я думаю, что я старее от аллергии. Хорошо. Попробуем вас послушать. Если бы вы согласились, один нажим на шейный позвонок... Помолчите, пожалуйста. Подойдите поближе. Покашляйте. Еще, пожалуйста. У вас были заболевания дыхательных путей? Нет. Но у вас в легких такой грохот, какого я не слышал за всю свою жизнь. Ну и... Немедленно сделайте рентген, через неделю может быть поздно. Да, но я никогда не болела, доктор. С такими легкими вы должны давно были умереть. Что? Доктор, я поняла, что это. Это мой кошелек с мелочью. Вы слышали мою мелочь? Хорошо. Покашляйте еще, пожалуйста. И... Так. Хорошо. А теперь, пожалуйста, следите за моим пальцем. Доктор, если бы вы меньше двигали пальцем, я бы его лучше видела. Ну, тогда попробуем заполнить бланк. Только не смена двери. Страшный сквозняк. Если бы вы согласились, доктор, один нажим на шейный позвонок. Фамилия. Кронки. Один нажим. Вам. К-Р-О. Крон. Кронки. Рост, вес. Откуда же мне знать такое, доктор? В детстве. Я родилась толстым ребенком, 4 килограмма. Потом похудела. А рост, обычный рост для женщины моего положения. Напишите, 48 размер. Особые приметы? Я думаю, чувство юмора. Люблю юмор, смех. Миссис Кронки, я спрашиваю особые приметы на случай опознания при несчастном случае.
Мы не умеем обследовать труп на чувство юмора. У вас есть какие-нибудь особые приметы? Ну, да. Родимые пятна или хотя бы одна нога короче другой? К сожалению, доктор, у меня все вроде. Хорошо, пишу. Особых примет нет. Подождите! Обидно не иметь особых примет. Я, пожалуй, сделаю себе татуировку. Камила Кронки, 50 лет, адрес, роковая фирма, доктор. Как вас зовут, сэр? Меня, пожалуйста, в татуировку не вносите вообще, миссис Кронки. Если вы хотите, чтобы я заполнил бланк, поменьше говорите. Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечаете да, нет. Хорошо. Хорошо. Подождите. Эта комната как продувная труба, страшный сквозняк. Я не могу допустить, чтобы вы ушли отсюда совершенно больным. Спасибо. Ладно, давайте свои заболевания. Так, у вас когда-нибудь были судороги? Нет. На сердце жалуетесь? На. Желудок? На. Легкие? На. Приступы хандры. Доктор, а когда вы закончите со мной, вы посмотрите на моего кота. Он посмел, пускает слюни. Мадам, я не ветеринар. Доктор, а как вы узнали, что я не мадемуазель? Доктор, что вы такой хмурый, улыбнее? Сядьте! Сядьте! Вам вредны резкие движения! Ну что вы наделали? Ну зачем вы оборвали мне пуговицу? Я пришью, не могу допустить, чтобы вы вышли в такую погоду с оторванной пуговицей. Вы глазом не успеете моргнуть, как я пришью. Снимайте ваше пальто. Продолжайте ваши вопросы. Я забыл, на чем мы остановились. На подагре. Подагра? Нет. Желчный пузырь? Да. Доктор, а как вы думаете, мой кот пускает слюни от того, что у него больные зубы или от добродушия? Психические сдвиги? Нет, терпеть не могу, когда кто-то страдает, даже кот. Подагра? Нет, доктор. Дерните мне нитку в иголку. Ничего не вижу. Желтуха. Нет. Туберкулез. Правит вам позвонки? Нет. Плеврит. Нет. Ревматизм. Доктор. Я поняла, что у вас ревматизм, у вас ревматизм. Нет, у меня нет ревматизма. Люмбага? Нет. Артрит? Нет. Невралгия? Нет. Вы абсолютно здоровый человек, что большая редкость среди докторов. Я вас и поздравляю. Надевайте ваш пальто. Мясник тоже орет, когда я жму ему на позвонки, но потом он меня целует. Кстати, вы живы? Так как? Как вы посмели? Вы чудная женщина! Я страхую вас на 50 тысяч! Доктор, а кота моего вы можете застраховать? Нет! Почему? Мы не страхуем слюнявых котов. I'm gonna be
the street, chilling as you do. When who should come up behind me but Donald Duck? Well, hey, it had to be the way. And he had a few words to say to me, and they were. Нисколечки. Спокоен, как философ. Помнишь, что сказал Сенека? Кто это? Один умный джентльмен жил в Древнем Риме. Итальяшка. Вроде того. Он сказал... Спокойствие – это фундамент, на котором строится здание благополучия. Откуда ты все это знаешь? Когда-то я работал в типографии, там печатали разные книги. Когда по 8 часов делаешь оттиски, поневоле запоминаешь всякую всячину. Ну вот, подпилено идеально. Дело сделано. Господи, почему я не стал лесорубом? Так. Думаю, основная тяжесть рухнет здесь. Значит, объект ставим сюда. Все. Может быть, не сегодня. Почему? Сегодня сочельник, день ее рождения. Отлично. Совместимо обе даты. Я бы лично, честно говоря, хотел бы тихо умереть в день своего рождения. Лишнее доказательство гармоничности природы. Человек как бы завершает круг и возвращается в день, с которого начал. Я купила ей подарок. Отлично. Рождественские свечи. Отлично. Они же и за упокой души. Замолчи, мерзавец! Не смей говорить про душу и запомни. Перед тем, как ты толкнешь балку, я хочу, чтобы она помолилась, слышишь? Конечно, деточка, ты плохо знаешь старого слова. Неужели ты думаешь, что я готов отправить человека на этот свет без покаяния? Ты, слава богу, еще никого не убивал. Мысленно я перестрелял половину своих знакомых. Выше голову, девочка. Теперь уже отступать поздно. Последнее усилие. Бабах! И послезавтра ты кладешь в карман 25 тысяч баксов. Сразу станешь шикарно выглядеть. Выйдешь замуж за богатого. Зачем мне богатый, когда у самой будут такие деньги? Хорошо. Осчастливишь какого-нибудь бедняка. Еще чего. Чтобы он полюбил мои денежки больше меня. Послушай, я не понимаю, кто тебе нужен. Мне нужен равный. Тогда это я. У меня ведь тоже будет 25 тысяч. Иди ты к черту! Нет, правда, Глория. Ты станешь моей Маргаритой, я как Фауст обрету новую молодость, а? Подумай, девочка. Бред! Вот это сюрприз! Какими судьбами? Да вот, шел мимо. Решил навестить друзей бывших. Привет, Глория. Привет. Вот, принес вам елочку. Все-таки канун Рождества. Подрабатываешь в фирме Санта-Клауса? Вроде того. А что? Хорошая елочка. Тут и лампочки есть. Зажечь можно. Нет, туда не ставь. Почему? Поставь ее в угол. Или знаешь что, забери ее обратно. Знаешь, Брэд, ты не мог бы зайти как-нибудь в следующий раз? У нас сегодня важное дело. Я мешаю? Да нет, не то чтобы мешаешь, но
Нам бы не хотелось нарушать твои нравственные идеалы. Дело в том, что сейчас должна прийти Памела. Нам предстоит трагическая встреча, желательно без посторонних. А если я согласен быть непосторонним? Как? Что если бы я сказал, что вновь хочу войти третьим в дело? Что бы мне ответили? Ответили бы, что поздно. Поздно, когда проделана такая огромная подготовительная работа, когда все вымерено и рассчитано до миллиметра. Глупо надеяться, что вот так вот придешь и получишь 15 кусков. Согласен на меньшую сумму. Извини, Брэд, я не дам ни цента. Может быть, Глория выделит со своих денег. Это ее право. Он и так достаточно таскает из моей сумки. Извини, я верну. Всякий раз, когда я залезал в сумку, я запоминал свой долг. Когда у меня будут деньги, я все верну. Когда они у тебя будут? Будут! Не может же человеку вечно не фартить. Ну и как вы собираетесь пришить старушку? Ну, это уже наше дело. Она свалится с лестницы. Или выпадет из окна. Вы решили распилить ее по частям. Перестань выделываться. Грубая работа, Сол. Нужно было бы пилить аккуратнее, чтобы при осмотре линия разрыва казалась естественной. И потом, ты уверен, что потолок рухнет в нужном месте? Послушай, не держи меня за последнего идиота. Я работал по чертежу. Здесь все рассчитано. Сверху над местом пролома сложена тонна старых газет и бумаг. Кроме того, подпилены доски пола. Таким образом, когда объект становится в указанную точку, падает балка, под нажимом массы сверху проваливается потолок, все летит вниз. Дальше я не садист и не хотел бы смаковать печальные подробности. Можно посмотреть чертеж? Я все-таки инженер. На много не рассчитывай. 10 баксов за консультацию и только после получения страховой суммы. Для меня это теперь тоже деньги. Я могу подняться наверх? Сделай одолжение. Спасибо. Специалист будет сомневаться в моих расчетах. Как он осунулся. И кашляет. Ну, наверное, ему пришлось несладко в эти дни. Это правда, что он был когда-то неплохим инженером? Все мы когда-то кем-то были. Что он там разгромыхался, еще свалится на нашу голову? Брэд, что ты там делаешь? Проверяю пол. При такой слышимости какие могут быть проверки? Ну что, убедился? Абсолютно. Прекрасная туалетная бумага. Хочешь сказать, что потолок не рухнет? Нет, ну почему же? Если вдруг случится атомная война, то все может произойти. Там несущая мощная балка. Эта подкладка вообще не нужна. Если ее убрать, то в углу посыпется немного штукатурки только и всего. Хочешь проверить? Осторожней. Чертеж составлен безграмотно. Это я тебе говорю как специалист. Вектор силы тяжести приходится на тот угол. Пошел к черту. Давай проверим тот ебал! Никогда! И вообще, чё ты явился? Я понял. Просто из зависти хочешь сорвать нам операцию. Мы здесь готовимся, пилим, строгаем день и ночь, а он хочет видеть или посмотреть. Ничем не рискует. Хорошо. Я тоже рискну. Где твоя отметочка? Волейбал. Не смей. Уходи, дурак, тебе уйди! Я никому не позволю сомневаться в моих познаниях. Фирмы не берут меня на работу только из-за больных легких. Но никто никогда не сказал, что я никудышный инженер. Волейбалку! Не смей! Ах так? Тогда я сам! Горя прячься, он же безумен. Брэд! Проснулся, Брэд, смотри! Не надо! Брэд! 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 Господи! Не может же человеку вечно не фартить! Нужно дать ему шанс! Господи! Ну что?
голову, все хорошо. Что ж тут хорошего, старый осел? Не мог рассчитать правильно. Идиотка, если бы я рассчитал правильно, нашего преда бы давно не было в живых. Да, ребятки, без меня вам, видно, не обойтись. Санта-Клаус принес настоящие подарки. Что это? Динамит. С электропускателем моей конструкции. Стоит эту штуковину заложить в полу второго этажа. Проводки соединить с лампочками рождественской елки. Дальше стоит только произнести волшебные слова. Елочка, зажгись. И тут же запоют ангелы. Ла-л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 а. Брат, ты гений! Гениально, брат! Мы снова принимаем тебя в свою фирму, брат. Дай я тебя поцелую. Сол, этот поцелуй будет тебе стоить 10 тысяч. Семь. И 8 поцелуй Глории. Глория, ты согласна? А что делать? Мужчины сегодня очень дорогое удовольствие. Поживей, ребятки. Сейчас должна прийти хозяйка, а у нас ничего не готово. Да, Сол. Возьми дрель, отправляйся наверх, просверлишь там дырочку и спусти мне сюда проводки. А я пока займусь елочкой и лампочками. А эта штуковина не рванет раньше времени? Не должна. А впрочем, Сол, ты насколько застрахован? Пук-пук! Разучился понимать юмор. Шутки в тебя встали. Впрочем, если что, я свалюсь вам на голову. А что, красивые игрушки, правда? Жаль, что они тоже разобьются. Что с тобой случилось, Брэд? Почему ты поменял свои принципы? В каком смысле? Ты ведь был против мокрых дел. Это оказалось не принципы, а заблуждение. Знаешь, как-то я лежал и думал, что хотим мы того или нет. На Земле каждые полчаса происходят какие-то убийства. Кто-то кого-то душит. Кто-то кого-то стреляет. Кто-то кому-то просто подает тарелку супа. Как видишь, наша жизнь сплошное мокрое дело. И никому не вырваться сухим. Перед Богом мы в ответе за всех. За убиваемых, за убивающих. Ты стал изъясняться как Сол. Сложно и непонятно. Когда поспишь с недельку на вентиляционной решетке, тянет на философию. А потом, ты знаешь, я всегда презирал деньги. А теперь понял. Для того, чтобы их презирать, их нужно как минимум иметь. Значит, из-за денег. Что? Я говорю, ты пришел сюда из-за денег, а я-то подумала. Впрочем, мне показалось, ты и обо мне соскучился. Девочка, может быть, это и так, но в нашей ситуации нам нельзя позволить себе быть сентиментальными. Эй, вы, Ромео и Джульетта, кончайте снежку сели. Брэд, держи.
Да! I've got your lips and all of what the sparks go flying. The stare lips that know so well the art of loving. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your thoughts. Джо, это Брэд, самый остроумный человек, каких я когда-либо встречала. Джо Янки, сержант! Очень приятно, сэр. Очень приятно, леди. Джо Янки, сержант. Кто там? Полиция! Что? Джо Янки, сержант! Миссис Кролки, вы пришли немного рано, мы готовили вам сюрприз. Елочка настоящая, зелененькая. Не те старухи, которых в конце Рождества выбрасывают на свалку. И лампочки. Больше всего на свете люблю цветные лампочки. Ну, ответьте, Джо, а вы не хотели идти? Я же говорила, что это настоящие добрые люди. Служба, миссис Кронки, я сегодня дежурю. Какая может быть служба? В такую ночь люди веселятся, разве можно помышлять о чем-нибудь дурном? У вас чистое сердце помыло, а вокруг столько дерьма. Именно сегодня нужно смотреть в оба. Мы с вами никогда не встречались, сэр? К счастью, нет. Знакомый профиль. Где я мог его видеть? На долларах, сэр. Говорят, я похож на Джорджа Вашингтона. Ну, я же говорила, самый остроумный человек. А вот и глава нашей фирмы, знакомьтесь, Джо. Очень приятно. А вас, мистер, я тоже где-то видел. Вряд ли. Нет, правда, знакомое лицо. У вас что-то с глазами, сержант. Кончай, Джо. Он такой подозрительный, просто ужас. И чуть что, сразу хватается за пистолет. Милая привычка. Он меня один раз чуть не пристрелил. Помнишь, Джо? Еще не помнишь, Памела? Она напала на меня сзади. А как это было? Я сейчас расскажу. Нет, давайте лучше я. Это случилось год назад. Был ветер. Вьюга, я как всегда шла на свалку. А мы вышли на дело, брали банду. Меня поставили в засаду на углу, а у меня радикулит. Шейных позвонков. А тут ветер. Вьюга. И банда. Смотрю, стоит на площади полицейский весь скрюченный. И напряженный. А я терпеть не могу, когда кто-то страдает. А я слышу, ко мне сзади кто-то крадется. Повернуться не могу, но кладу руку на пистолет. Я кладу руку на шейные позвонки. А я снимаю предохранитель. У меня реакция быстрее. Я нажимаю на шейные позвонки, он падает в обморок. И мы оба остаемся. И теперь мы друзья. Я всем говорю, Памела Кронки, мой друг. А если кто обидит? Пристрою на месте! Унеси я и внуков, и правнуков! Я еще тысячу раз на обочине прохладиться! Кончай, Джо! А что это с вами, ребята? Что это вы так разволновались? Беспокоимся, как бы вы не опоздали на дежурство. И никто сюда не уйдет, пока мы не выпьем шампанского! Вот эту бутылку я хранила целый год. Детка, а что здесь написано? Шампанское. Да, это единственная бутылка, надпись на котором, на которой соответствует содержимому. Джо, мистер Фазер, что вы смеете, как в костях открывать шампанское. Детка, приготовь фужер. Они чуть на кухне, настоящие фужеры для шампанского. Что будем делать?
Нужно отключить твою игрушку, пока этот мусор здесь. Не стоит. Он станет свидетелем несчастного случая, так даже лучше. Где же я видел этого джентльмена? Мистер Бузон, ну что вы там копаете? У меня что-то дрожат руки. Возьми, брат. Ну, пока вы открываете шампанское, я зажгу елочку, господа. Подождите, Памела. Я приготовила вам подарок. Спасибо, детка, я тоже приготовила всем подарки. Но я сначала зажгу елочку. Нет, сначала помолитесь, Памела. Молиться зачем? Я так хочу. Я никогда не молюсь на людях, поскольку у меня с Богом свой разговор. Я зажгу елочку, господа. Да поможет вам Бог. Раз, два, три. Елочка, зажгись! Что такое? Темнота. Это не вижу, я спрашиваю, почему? Наверное, что-то замкнуло в лампочке. Наверное, тот идиот, что их устанавливал, перепутал провода. Кто идиот? Тот, кто принес дефективные лампочки. Оба идиоты. И тот, кто принес, и тот, кто подключил. Не стоит ссориться, друзья мои. Это, наверное, фирма отключила свет. Я забыла заплатить за весь прошлый год. Господи, зачем я связалась с этими кретинами? Кто меня трогает? Кто меня ударил? Извини, я думала, ко мне полез этот старый сволочь. Твое счастье, Глория, что ты от меня далеко, а то б ты у меня слопотала. Слышите, друзья мои. Сол, позор. Глория, Брэд. Что? Я все вспомнил. Сол, позор. Ну, конечно же, сол, позор. Сол, позор, где ты? Я где-то здесь. А что вы вспомнили? Подойди. Нет, вы сначала скажите, что вы вспомнили. Я вспомнил, где мог тебя видеть. Я приходил тебя брать, когда ты принимал душ. Вы ошиблись, это был не я. Вы ошибаетесь, сержант. Сол вообще никогда не принимает душ. Это они продали моему жене вонючую духи, где вы, мерзавцы? Пошли, подогнило, а не мусор! Мне когти! Всем стоять, пристрелю, Памела, это банда! Замолчи! Вы не смеете оскорблять моих друзей в моем доме. Это честные, порядочные люди. Подозревать их в чем-то дурном, это значит подозревать меня. Но они так похожи на тех, кого мы ищем. Все люди на кого-то похожи, Джо. Важно, с какой стороны смотреть. Я старая женщина, то вижу, чем наполненные души. А вы, молодой и здоровый, все время в белом видите черное. Спрячьте пистолет, Джо. И если уж вам так хочется стрелять, стреляйте шампанским. Брэд, отдайте шампанскому, с шампанской сержанту Джо Янке. Дочка, приготовь фужеры, скоро наступит торжество, и мы должны его достойно встретить. Барбара, я, пожалуй, выполню твою просьбу и помолюсь. Я никогда не делала этого на людях, поскольку у меня с Богом особые отношения, и для постороннего глаза они могут показаться странными. Обычно я ему пишу открытки. Открытки? Да. Под Рождество все посылают друг другу поздравительные открытки. У меня близких не было, друзей тоже, и я всегда писала им. Но сегодня темно, с моим зрением писать трудно, и я изложу все устно. Господи, Боже мой, здравствуй. Обращается к тебе старая знакомая Памела Кронки. Поздравляю тебя с Рождеством, желаю исполнения всех твоих надежд. Сейчас ты очень и очень занят. Миллионы людей обращаются к тебе, но я знаю, что найдешь для меня минуточку, как это было всегда. Думала, какой подарок приготовить тебе к твоему дню рождения. И решила в очередной раз пообещать любить ближнего из последних сил. Мне тебе рассказывать, что и ближним иногда оказывается не тот, кого хотелось бы видеть. Но что поделаешь? Ведь ты учила, что любовь – это не удовольствие, а тяжкий труд и испытание. Дай же мне силы выдержать его. И дай силы тем, кого я люблю, полюбить друг друга. На сём, до свидания. Аминь. Навеки твоя, Памела Кронки.
как хорошо. Я тоже теперь буду писать письма к Богу. А от него весточки приходят? Пока нет. Это, наверное, потому, что вы не пишете обратный адрес. Наверное. Вообще-то он пишет до востребования. Так что тот, кто ждет, рано или поздно получит. Интересно, как это будет выглядеть? Очень просто. Развернутся небеса. Не говорите об этом. Я боюсь. Лучше выйти. Развернутся небеса, раздастся гром. Oh, my God.